Администрация Красноярска наконец-то прокомментировала ситуацию с задержкой финансирования городского бизнес-инкубатора. В начале недели мы рассказывали о том, что вот уже месяц мэрия не перечисляет средства на содержание этой организации, а по сути поддержку ее резидентов. Со слов руководства бизнес-инкубатора, деньги от администрации, это почти 600 тысяч рублей, должны были поступить еще в конце декабря прошлого года. Однако в самый последний момент сотрудников предупредили, что возникла задержка, и попросили подождать. Сейчас на счете бизнес-инкубатора не осталось средств даже на то, чтобы выплатить январскую зарплату работникам, погасить коммунальные, арендные и прочие платежи. Директор организации был вынужден договариваться со своими партнерами об отсрочке. А главное, как говорит руководитель бизнес-инкубатора Михаил Самков, ему даже толком не объяснили, почему нет денег. Я не могу отвечать на такие вопросы, потому что я просто не владею информацией. Возможно, произошел некий технический сбой, но я думаю, такой вопрос стоит задать нашим финансистам. И как нам пояснили представители департамента экономики, деньги бизнес-инкубатору не перечислили из-за технического сбоя, причину которого чиновники и сами не знают. Впрочем, своей вины во всей этой ситуации они не видят и обещают принять меры в самое ближайшее время. Конкретные сроки, в которые деньги будут перечислены, нам назвать затруднились. Это ошибка и не департамента. И на самом деле мы сейчас очень тщательно этим занимаемся. Это технический сбой финансовый. Знаете, сколько такого бывает, когда технически идут перечисления у банков и там закрытие и прочее.